Тот с ружьем, он к нему в подъезд идет. Ой, слушай, как страшно. Давай лучше дома останемся. В Екатеринбурге на компрессорном человек с ружьем переполошил жильцов огромного Г-образного 10-этажного жилого дома с номером 11, который одной стороной выходит на улицу Прибалтийскую. Взрослые в панике. Дети испуганы до того, сами слышали, что даже за порог квартир выходить боятся. Одна из жиличек сняла странного мужика, который ходил по двору с ружьем, и грозно потрясал какой-то бумажкой, похожей на петицию, после чего, как ни в чем не бывало, зашел в подъезд. В паблике района народ, стращая себя и соседей, писал о том, что за 3 дня до того тот же мужик якобы напал на ребенка. Комментаторы из компрессорного добавили, что, дескать, пьяный с балкона оружие на детей направлял и, стоя во дворе, взял винтовку на изготовку, чем еще больше переполошил жителей. В комментариях порталу Е1 полиция сообщила о том, что по сигналу жильцов дома оперативники выезжали на место и доставили в 6-й ОП гражданина, у которого было изъято пневматическое оружие. 54-летнего мужика силовики передали в руки медиков, чтобы те ему оказали специализированную помощь. Можно предположить, что человек с ружьем по осени слетел с катушек. Или белку, резко выскочив из-за поя, словил. И такое бывает.